же у всех лагало, а у меня не лагало. Уже 2200 пинга. 8000, блин. Кто больше? Не, ну его понятно, его никто не обгонит. Просто никто на втором месте. У меня 14к был, когда у нас снег шел. Сука, это все из-за коронавируса. Ну, сейчас все дома сидят. Я вот сейчас в дачном поселке нахожусь. Скорее всего, у нас здесь просто линия перегружена. Все работают, все в интернете сидят. Все дома сидят. Тогда, значит, что-то с провайдером. Это в Москве, может, и все дома сидят. Я сегодня за мышкой гонял. Это что-то с сервом, у меня он тоже пинг подрос. Там народу. Да, я говорю, все в сервак упадет, походу. Честно говоря, так вообще некомфортно. Нет, у меня сейчас был типа пинг 70, сейчас 110 подрос. Ебать, у меня был 170 стабильный, теперь 2200. Норси ушла, да? Норси, да. Была неизбежна. Они жили и умерли во имя серебряного авангарда. Так бесстрашно сражались с плетью. Да благословит вас свет. Смоньте, Вильяма. Смоньте. Я отойду на полминутки. Ну, на АПГ, походу. Проще ребутнуть вообще интернет, чтобы заново подключился. Может, тогда у тебя канал сменится, который ты к серверу подключен. Сменится она еще более худший. Мне просто непонятно, как ты заходишь вот в игру. Ты ж, получается, какому-то каналу подключаешь. Я ж подключился к какому-то нелогучему. Он как по региону у них настроен или как? Либо просто я зашел на канал, который не лагает. Я хрен его знает. Я просто всегда, как не захожу, у меня всегда 170 пинг. 160 у меня тоже пинг всегда. 160. Ну, это стабильно. Вот чисто вот тупо сейчас что-то 2500, 2600 прыгает. Вот я тебе объясняю, как это действует, как он определяет, как каждый же к любому каналу подключается по-разному. Как он определяет, кого к какому каналу подключать. Ну это уже только пересендрю, пока там перекур будет, только там уже ремонтный свой роутер. Женек, ты там где? Женек на БГ. Не показывает, что он был ранее. Женёк, ты где? Блядь, я тут. Блядь, давай быстрее, сумойся, пожалуйста. А чё, меня сумоят, мне ничего не говорили? Всё, ливаю. Сейчас убьют, а то комбо. Мне просто ничего не говорили. Я тебя когда ещё в рейд закинул? Так я ж на ПГ, я говорю, в Дискорде скажите, я слышу. Я тебе говорил. Нет. Как ты в пати на БГ? Я ник свой первый раз слышу. Выходи давай быстрее. Захожу, говорю, сейчас меня убьют, я ливну. Не могу рейнбой ливнуть. Почему нажми покинуть и все? Я жму покинуть, они пишут, что бой. Ты в пати ливни попробуй. Да возьмите ДК. Ютон здесь? Да. Заходи, мистер Женька. Да все, я захожу, или не надо? Все, не надо. Так, если ты там так будешь долго думать, я тебе просто все ИП сниму, ГП начислю, все, иди гуляй. Бля, да я говорю, где не это ты. Короче, выходить или нет? Заходить? Иди. Все, мы Ютона уже взяли, сумоньте Ютона. Хорошо.
Я слышал там что-то Элема, но вы-то ник-то называете, я не знаю, сколько там Элем. Все равно менять часть людей на сложных боссов, поэтому сиди, слушай. Я знаю, вы только ник называете, а не класс. Рыбу кушай, Ютон. Да, Женек, следующий баб, далее. Вот прикинь, я следующий уже не буду. Если бы сейчас кто-нибудь писал Дискорд и просто бы пианиста бы включил, то чисто ностальгия бы у него была, мне кажется. Кто летает? Летает просто отец. Летает пока тут. И хули пал че? А хули пал, да я не знаю. Хули пал, ты умеешь летать? Точнее, в Гере ты летал? В Гере летал? Короче, собираем 30 стаков и все. Потом заходим, если не захиливаем, то заходим по одному. Стаки дамажат, так что надо будет прохилиться. 30 собираем, тут 24 убиваем. Блять. 2 стака смерти, ребят, по одному. Сильно много. Нет, летает просто отец и летает Волин. Танки распределитесь, один с одной стороны, другой с другой. Пока уже справа. Ты тогда Луксин слева. Войд, ты меня слышишь? Чё? Я на следующих боссов уйду, попробую решить вопрос с этим, со своим провайдером, блин. Угу. На замену сейчас. Женёк, ты вместо Холи меня зайдёшь. Холипал, ты где? Там в деревне, посмотрим, на проводах. Мы летаем по крестовой стрелке. Женёк, слышишь меня? Сейчас мы убьём Валю, захилим её, ты вместо меня заходишь. Да, я уже все не регаю. Вы же по времени сказали. А что, ты куда сваливаешь? У меня интернет. У меня... Посмотри во флудилке, что я скидывал. Что у меня с интернет? А что это с интернет? Ну у меня сейчас тоже... Кстати, ходит до соседа, находишь, скинет интернет. Зайдет. Это интернет-вирус. Интернета-вирус. Просто, отец, как наберешь нужное количество стаков, посмотри, сколько на паладине, и дай геру. Можешь без команды, сам ориентируйся. Посмотрим, позже. Блять, столько ников много вообще, пиздец. За неделю появилось. Ничего, сориентируешься. Сразу же АОЕшки сдавайте под жирного, если вы первого его забиваете. Жирного нужно в самую последнюю очередь заливать. Помните об этом, пожалуйста. А то вы так всю РДД-зону перекосите. Разгром. Стака. Говорю, ориентируйтесь сами по Гере. Просто отец как наберет, так и даст. Прохиливайте их, кстати. Прохиливайте.
Путешествие беги следователей. Трошки синдром почистим, будет перерыв 5 минут. Какой-то ивент в натуре добавили. Сейчас залетишь, один возьмешь, два. Все. Больше не надо. В смысле, что, уже захилили или нет? Нет. Чтоб не сдох. А сколько у вас процентов? Меня слетели стайки. В смысле слетели? Я ж тебе говорю, зайди. Ё-о один. Тебе. Просто отец, ты можешь больше 40 набирать, у тебя есть бесплина. Кидаешь на себя и все. У него сейчас 30. Через лавку хилите. Волин, сколько на тебе стаков? Я на тебе вообще не вижу. Ноль стаков. Мы уже слетели. Они слетели. Угу. Он говорит, что умеет. Я перед мной в портал прыгнул, и я по сравнению успел забежать. Понял. Просто, отец, давай тащи. Да нихуя. Перса говорит, минуту пишет. Все можно захилить. Давай Геру уже захиливаем. Ну, да, давай, давай, Геру. А с тебя сейчас летели. Хилься руками уже, я не знаю. Палы могут возложение рук туда покидать, например. Да, юмор. Я уже скинул. Один хуй в портал сейчас вам надо лететь. Что сказал? Я излечилась. Не могу я так вообще все повесить к чертям. Мне он показывает 91%. У тебя сколько пинга? За 8000. У меня тоже 12к. Пинг залетел. У меня пинга сейчас 12к. Да. Надо сейчас тогда людей просто поставить, которые не лагают, и их отправить. Но я не знаю, с чем это связано. Я даже не думаю, что это мой провайдер. Я думаю, что это, скорее всего, сервак. Это 100%. Да, что-то мне кажется, это 100% сервак. Да, я заберусь. Да я бы с радостью бы тебе все дал. Я вот лагаю, я сейчас просто перезайду, вы уже захилили ее, да? Ну просто ты стоишь, я думал, ты тут. Я ж говорю, я лагаю уже. Так, замена проверка связи. Гельчат, что-нибудь нарисуйте. Ну или в Дискорд скажите что-нибудь. Восьмая группа, прием, прием.
Штор, Женек, Кирс, вы тут? Он Штор в чат пишет. Ну, что же он пишет, у него тоже спингом. Вот, я тебе лидера отдал, пришло? Так, давай, я сейчас попробую релогнуться. Замените меня, на замену киньте. Давай мне, я тебе лут скину, я тут... Надо мне лут скидывать. Не говорю. Ты его осколок забирал? Я ему сейчас отдам осколок. Отдал. Так, плащик. Там не запустили комнату, я надеюсь. Сейчас я разролил лук и покину. Пиздец, такие куски падают, они, по-моему, вообще никому не нужны. Народ на замену. Панансеты, которые никто не... Так, берет. Разролил. Сейчас улечу. Так, ребят, я сейчас это релогну с роутера, может поможет, потому что ну, пинг 13. Войд, забери с меня, пожалуйста, лутера. Вон, браски отдай или сам разроливай. Он пускай себе берет. Ваги дал. Может тебе рыло, что ты там знать? Чтоб сразу, если что, на враску кидал лучше. Да, 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 вот Ваги, дай, кстати, дай Ваги. Так, раздели нам народ на замену Фарада, Кирс в рейд. Женек тоже в рейд. Да я здесь, с умом приходит и нажимаю принять. И нет. Начните сам. Значит, место забито. Народ, из инста выйди. Он написал, отойти надо 5-10 минут. Да я вижу, вижу. Ладно, хуй с ним, я его кикну. Он Фарада остался. Что, не приходил с ума? Ну сейчас где выгонят на народа. Где Фарада, ты видишь? Первый пати. Ты Фарада на мага, когда будешь заходить? Да он не дамажит, какая разница. Да не, мне надо камни сделать, просто у него есть. У нас перекур не после комнаты, а после трэша на Синдре. Фарада, сумонься. На народ вылетел. Мы и так проходим в комнату. Талисманов бездны. Я, короче, сапфир одену тогда. В комнату все друзья проходим, стоим там. Да,
заходите. Очень медленно идем. Вы типа не думайте, у нас типа РС не будет, там где-то в будни придется ставить. Блять, целка. РС ХМ будет в понедельник, это уже решено. А только надо Джайна убить сначала. Сегодня его убьем. Женек, зачем ты нидишь зелень, а? Жми как все на... Бля, че, это, а что, демона нету? Он нидит зелень, чтобы потом распылить. Зеленку, синьку пылим. Поврежденки все гридят. БВЕшек отказываются. О, 122 пинг стал. Япончик, что ты там начислял? Все кроме Валитрия? Я начислял только за первый квартал. Сейчас за остальные начислю. Тебе повезло, ты переподключил канал. Так, ну хрен знает, пока тоже. Вроде пинг спал до 200. Что будет дальше, фиг его знает. Вон, во флудилку скинул свой пинг. Кому интересно. Так, за 5 боссов начислил. Получается, шторы. Боссов получили ЕП. Шторы тут. Роутер ребутал. Не помогло. Походу у меня тоже интернет возрастает. А, ну все, короче. Без вас, значит, будем идти. Что там у тебя, япончик, нормализовался? Я вроде, да, 122 показывает. После перекура ты зайдешь на синдру и дальше как раз. Ты бы чекнул бы вообще через прогу скорость свою, вы точно знаете, в чем проблема. Объявляйте пока перерыв, там зачистите комнату, я сейчас маме тут настрою телевизор, подойду. Соберу. Покрутишь их там немного, чтобы они толпой были. На вторую пачку. Сейчас.
Это мелких убили драконов? Еще нет. Сманите меня, как сможете. Мгновенно можешь тыкнешься из инста. А зачем ты сейчас мгновенную поменял? Мы что, не в 6 хилов, что ли, будем хилить? Зачем? То есть, а ты на ДЦ, у тебя шоп 40 нормально? Нормально. Ну народ, он твинка тыщенку начислил. Чего мы народу? Тыщенку на твинка начислил, я его с рейда кидал. А что у него за твин? Ну вон, Мэнни. Мэнни. Просто отец убери тотемы. В хилов сбегите. Что ты собрал фрост резистовый цинь? Ну я взял себе пояс и кольцо. Грудак не брал. А вот до шмотки хватает. Грудак не надо. Есть алхимия? Есть. Блять, одной шмотки хватает. Но у меня алхимия сопрот почему-то не работает в твоем. Выучили тебя. Нет, потому что. У меня выучен. Это, а чё, Локи, демона спекнешься или? Но он с лапой не старается. Просто если ты про это. Че, ребят, курить идти? Есть. Ты вот перерыв. Курить 5 минут. Я дал ДБМ брейк. А че, в демона спекнетесь, нет? Кто-нибудь? Локи, вот, вон, Локи или Даркис. Попроси. Лучше Даркиса попроси. У него нет демона. Значит, Локи. Типа Локи и так в демоне. Почему ты говоришь, нету демона? Где он?
Блять, вот он стоит, где он? А, ну он спекнулся, видимо, я ему писал. Если бы он спекнулся, у него бы маны не было, у него пол маны. Ну, пол маны, значит он спекнулся сразу после трэша. Не, ну в смысле, когда спекаешься, ж ноль маны или нет? Такого паладинов так. У всех так. Так, алоэ, у тебя сколько резиста? Я не знаю, забей себе в Телмивэн. Локовский баф просто. Алоэ, тут? Не, ну если бы он эту хрень юзал жизнеотвод, у него бы хп не было. Нет, нормального алоэ резист. Знаю, я локом до 55 левела играл только. Кто синдру будет танчить? Алоэ Док и Луцинь. А чё не Войд? Войд отдыхает. Отдыхает? Не трогай Войда, ему и так хватает за танк. Пускай он на сыре побегает. А так на танке, по-моему, блядь, самый отдых. Когда ты постоянно одним и тем же занят, ты устаешь. Да, я раньше 3 РБК стабильно танком ходил. Ты же был на убийстве япончик, да? По Алара Хэм. Да. Ну что, ты хотел там? Я-то? Тут не, нормально. Я, можно сказать, одной рукой играл на танке, понимаешь? Нет, там единственное, что потеешь, это... Смотришь, когда нужно перебегать и отворачиваться вовремя. Ну, я на танке одной рукой. Кто устает больше? Причем я вот сдох, получается, на первой фазе, когда вот был победный трай, чисто из-за маленького фриза. И если ты там видео же выложили, я прям на самом конце этой лужи валялся. Я в лужу. Я прям на самом краю валялся. Причем до этого, кстати, ни разу не дох в этих лужах. Я помню реакцию Лехи, когда это... Говорит, типа, Женуэн, заходи, а Женуэн, типа, был с нами в рейде все это время. И, типа, он не с нами убил Алар. Прикольно. Про Сапрот слышали, нет? Сапрот, да, все пить будем. Так, ребят, это... Я говорю, перекинул. В ГБ, Сапрота. У кого есть доступ, берите по штуке и пейте. Поставьте ГБшку. Ну, Женек, разгорн, кровавый взор. Блин, а я не могу взять. Значит, блядь, у кого доступ, сказали, есть, те берите.
вы типа даже у кого доступ есть, лучше с собой один носить, а там бывает такое бах и нету там в ГБ. Женек, Кирс, вы здесь? Рыбу дашь? У тебя надо кушать. Я про вас забыл, либо пока рано вам еще. Кушайте рыбу. Кэш почистить Лусин так не может быть. Кирс. А есть у кого-нибудь три длинные шарасова? Кирс опять слакает. После того, как они с рулетки падать перестали, они стали редкостью. Так, новичкам. Ребят, мы будем бить босса на противоположной стороне площадки. На второй фазе мы выносим влево. Первую метку мы выносим влево, вторую в центр. Лево, центр, лево, центр, лево. Метку сейчас попробую дотянуться, поставлю. Вот, крестик условно поставим. Вот это влево. Вот в крестик, это влево, сюда выносит. На второй фазе. Так, а глыбы метки не будет, да? Зачем? Просто вперед выбегаете, выстраиваетесь в одну ровную линию, и все. Давай, еще ставить метки на глыбы, чтобы выносить их на взлетке. Нет, ну такой херня не занимает. Нихуя себе, вот это гелик, ебать. Я чисто экзибит просто сел ко мне. Кирс, ты здесь, дорогой? А кто первый на боссе? Первый на боссе Алоэ Дог. Дайте крест по шаману. Кто дает кресты? О, давай я во Фроста, наверное. Женек, чего не хватает? Нямка. Крест по шаману. Все, вам дали крест? Сейчас. Ну так ты дай кресты по шаманам, коли пах. Если в раз каски дал. Я не давал каски, давал кулаки. Значит, дай кресты по шаманам. Да у нас три пала. У нас два пала. Два паладина, Олин и Браска. И крест надо. Шаманам. Олин, дай, пожалуйста, кресты. По жрецу да, тоже дай крест. И по жрецам еще. По жрецу крест. Спасибо. Садитесь все на маунтов. По отчету бежим на ту сторону. Алоэ Дог первый на боссе. Побежали. Побежали, побежали. Вага. Женек вылетел. Женек вылетел. И вага. Прохил. Блядь. Что, слышно, нет? К сожалению. Да, блядь, я в интернет. Я, короче, с телефона раздал. Все, не забагал еще. Вага живучий, блядь. Он ничего не писал. Принять, принять. Скоро притяжка. Бежали. Быстрее, быстрее. Охренеть, служи, 935 сопрот. Вага, выбежали, 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 выбежали. Метка в рейде. Быстрее. Спрятались слева. Босса спорили? Как упадет да. Последняя, пока тут поднимаешь вагу. Да, скачок напряжения был. Вообще не в игре, только захожу. Волен, 100 ГП. Последнее. Так, чё? Вставать после хуйни? Красиво. Парады, ещё один. Меня разбили.
Баф дайте. Дал. Ребят, дайте баф. Риснуть, Полипала поднимите. Пока тут ты поднимаешь Волина, Энджи поднимаешь Багу. Меня не надо бэрить, я не в игре. Это баф. Понятно. Каску по шаманам, пожалуйста. И поварам. Имя сразу накиньте на этого, на паладина. Воля, дай каску поварам. Фридом ПДК дайте. Выбежали метки, выбежали. Заходите. Слева. Близко. Дайте ПДК Фридом, пожалуйста. Спрячьтесь. Паладины, дайте, пожалуйста, ПДК Фридом. Я в колбе стоял. Все, спасибо. Волин. Все, все, дали, спасибо. Крайнюю справа вообще не трогайте. Разбейте крайнюю справа. Эти-то что бросили? Слева добейте. Все, бьем. Скоро притяжка будет. На трех хилах. Вторая фаза. Ребят, смотрим за первой меткой. Выносите черепочек влево. Нямка вышел. От него все отошли. Милики пошли разбивать глыбу. Сбрасывайте стаки. РДД подальше могут отойти. Медведоёж вышел. Бьем. Хватит, стоп. Керу дайте. Меняй. Меняй. Выносил. На меня метка. Забери. Геру дайте. Мы его там не спасем. Как она на меня подошли, кинулась? Подошли, разбили метку. Чего не спасем? Она сейчас дыхнет, вас миликов сбрей. РДД, на мне фридома не было, я еле топ. Пришлось так стать. Блять. Хотел метку разбить, а мне нет, я кажется. Разбил. Блять, какой пиздец. Алоэ. Верни. Мяко вынес. Да. Сейчас притяжка будет. Куда ты выносишь? Спрятались. Пиздец. Падайте. Как на меня метка кинулась, на мне было, блин, дыхание. Нахуя столько освобожденки в рейде стаковы? Прочекайте, кто взрывает. Там очень неплохо взрывают по рейду. Столько демеджа влипал, что невозможно. Я могу поднять. Короче, на мне было два дебафа дыхания. И когда я скинул стаки и пошел менять, на меня кинулась метка, когда я уже забрал босса.
И не было фридома, я еле топал и не мог отойти. Я тебе скажу решение проблемы. Лусинь, пускай босса танчит. Чему не могли фридом дать вовремя? Лусинь, пускай босса танчит, раз проблемы с фридомом у вас. Он меняет форму и скидывается замедление. Че у вас на ступеньке поедем? Не с улицы? Да, Холи Пал, здесь. Не на танке не сидит, надо. Что ли, или чё, почему он, блядь, не может ему дать? Это, пацаны, блядь, дотянется к корресу, нет? Заходи, да. Тебя присуммонят. Чётко вообще, с дебафом дыхание ловить. Про кошки чё, вообще не можете, что ли, нормальным? Да я вообще, блядь, вылетел, блядь. Интернет с телефона раздавал. Потом. Зашел, еще выжил, блядь. Опять потом завис, пиздец. Смотрю, зависаю уже нахуй минус 4, блядь. Почему я с лагами в 600 умудрился выжить, а у вас какая-то фигня сейчас происходит? Да нет, я там выжил. Я в конце сдох, когда уже вайб был. Я к тому, что пиздец какой-то был. Про глыбы я вообще молчу. Почему на самой левой глыбе, из-за которой умер Фарада, висело 6 до... Вопрос, зачем вы вообще дотками бьете? Я лично видел локовскую дотку и совиные дотки. Все тут, если что. Ставь рыбу. Рыбу ставлю слева. Танчи, Луцинь, ты босса. Форму сменил и скинулось с тебя замедление. А я могу покидать, если ты хоть упал. Да не надо заморачиваться, ты, блядь, лучше не сдохни. Я просто без фреймов играю. Блядь, я сейчас вынесу. Пришлось аддон включить, хотя такого случая. Из 4 танков только ДК не может себя снять это говно. Остальные могут сами самостоятельно снимать. Чё, запускай? А как вар снимает? Вмешательство. Япончик, ты мне за что 100 ГП дал? За глыба. То, что меня разбили в глыбе. В глыбе стоял, его разбили. Я только что сказал, если ты не слышал. Там висело 6, мать вот. Сейчас сниму. Но Волин точно сам поймал глыбу. Это я видел. Волин сам, да. Освобожденки воронные, гоните. Слишком много всяких сов и всех прочих, чтобы говорить, чьи конкретно дотки там висят. Запускайте босса. Урон от освобожденки с пула ренканите, у кого есть. Понятия не имею. Это не та. На пол. Блять, танчит же первый ДКшник. Нет. Вот это вам нет, нормально. Мы поменялись, Луцинь первый. О, господи боже. Бэр, у кого есть? Как слушает? Войда есть. Бэр меня. Подожди, сейчас притяжка будет. Центр. Почти там. Там же. Правее чуть. Каску поваром обнови, был один холик. Thank you.
на двух хилах. Притяжка скоро будет. Плохо бегает, подбегите к боссу поближе. На 4 хила. Один хил не в освобожденке. А почему у вас вообще 5 киллов, а не 6? Мы думаем, что мы в 5 справимся. Не думаем, а справимся. Зачем тут 6 киллов? Справа падает близко. Слева. Справа. А Ешку не кайся, пожалуйста. Вторая фаза успели перевести. Первую в череп. Подальше РДД отойдите. Геру? Да, 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 конечно. Кровавый обзор в черепок выйдет. Все от него отойдите. Куда? Куда Волин? Куда, мать твою, Волин, блядь? Не уроните. Разбили. Так. Хрена ли ты там делаешь? Вообще ушел от него и все. Порадовал. Забираю сейчас. Давай. Давай. Не бьем. Господи. Сейчас притяжка будет. Опять тот там сладкий. Это я криво побежал. Разбили. Охуенно разбивает. Намикадзе вынес. Персик, поднимешь парада. Бафейт. Пока тут Фростгорна. Герампирсик вышел. Потому что ломают глыбью, и на мне 9 хилов. Мать его, накопал. Дайте скинуть, людям не разбить. Иду забирать. Забрал. Хорошо. Волин налево. Волин влево. Влево! Влево! Выбегает черепок. Все, разобрал. Подох. Вижу. Я вырезал. Ему ХП быстрее. Я уже даю. Там начало освобожденка. Метка. Метка в рейде. По центру ставят хил. На пофиг. Молодец. Молодец. Жаль. А что тогда в центре делают люди? Скажите, пожалуйста. Куда мне выносить? Центр Волен вынес, а к тебе рядом, блядь, ГП на. Дайте паладины, дайте диван. Диван, дайте. Дайте, добьем, может. Да не добьем, я... раз, дай диван. У меня 13 секунд, КД. 2 миллиона? С двумя хилами? Попробуем. Попробуйте. Все, метки или выносите лево-право. Он его поставил по центру, скидывайте стаки. У меня, правда, мало хп. Да там освобожденка на обоих хилах. Я сказал, падайте. Спекните еще кого-нибудь в хила. О, не понял, спекайся.
Зачем нам еще хил? У вас в рейде просто бафает, бахает. Да, очень на жестко бафает. Линканите, пожалуйста, освобожденку. За два баха по пол хп снимает. Кто-то прям прилично слакает. Покажите. Так, давайте посмотрим, кто бьет глыбы постоянно. Каунти, постите урон по союзникам. У кого есть каунт, блять, обычный, и все. Потом линковать. Ну вы не отдали. Отец. Вага. Кровавый я взор. Я выношу постоянно. Вага не может бить по союзникам, он милишник. Полляма. Полляма просто отец. Как так получается? Просто я отец. Хуй знаю. Ты выносишь освобожденного? Конечно, постоянно. А почему полмиллиона? Может в конце, потому что. На полулям? Вы что, забыли на Синдру тактику, что ли, или что, я не понимаю. Войд, спекайся в хила. Слышишь? Для начала научитесь не разбивать глыбы до того, как надо их разбивать. А где рыба? Слева стоит. Волен. Чтобы не сдохнуть. Я не знаю, как ты так сдох просто в метке. Ты было по читочкам и заходом. Он не скинул, наверное, стаки до этого. Вот. Вы не стаки скидываете стаки. Вы стаки не скидываете никогда. Вы тактику не знаете никто вообще. Не можете сказать, что за каждой глыбой нужно скидывать стаки всему рейду. Или что? Это в тактике написано. Блять, да там хуярят глыбы похуй. Какие стаки, про чё ты? Если он со стаками выбегает, на нем метка, его просто убьет. Не, 50 на 50 на лоб. Не 50 на 50, он латник, его убьет. Нет, ему поражать можно 50 на 50. Если бы 50 на 50, пожалуй, бы не сдох. Я сейчас 6 стаками не сдох. Ты это ты, а он это он. В смысле, не прожимался нихуя. 20% хп. Так ты посмотри свое хп и его хп. 20 тысяч, 40 тысяч. Есть разница? Конечно, есть. Огромная разница. 500 тысяч освобожденки, это за два пула, да? Ребят, давайте не будем здесь долго сидеть, пожалуйста. Давайте убьем того босса, пойдем дальше. Спускай. Для начала вы рассказали людям, как убить босса. На пол глуциния сейчас сдавать будете. На второй фазе первая выносится влево, вот сюда вот, черепочек, вы встали, забежали за метку, сбросили стайки, расхуярили ее, вернулись дальше бить босса, РДД вернулись вот сюда, долбим отсюда. Появилась вторая метка, выносим в центр, вот сюда, где прыгаю. Опять встали, если притяжка, не бьем глыбу. Все, к ней никто не подходит, чтобы две глыбы или там больше не было. Все, спрятались, притяжка прошла, разбили, освободили человека. И дальше чередуем влево, в центр, влево, в центр, влево, в центр. Все. Покажи еще раз, пожалуйста, куда там метку. Что? Вот смотри, босс условно стоит в центре. Вот босс стоит вот здесь, да? Босс стоит где-то вот здесь. Где? Вы выносите просто вторую в центр метку вот сюда. Куда? Стоп, поставь, я не вижу. Кресло расставили, пианиста на вас нет. Это разве не Долорес говорит? Кто? Долорес троллит, сидит, блять, пул босса, поехали. Эй, Луцин. Реально уже достало. А Войд стримишь ты, нет? Войд, выложи потом этот позор. Пожалуйста, выложи это все. Не флудите на поле. ГП начнем раздавать. Все хилы у освобожденки.
тяжко. Бежали. Метки, Локи, Нямка, Ньютон, Берсикер. Кровавый узор. Цен. Центр. Правый вывод. Последняя падает. Разбить. Заверни немного, босс. Энджи, поднимай Хирса. Только не сейчас можно его поднимать. По центру падаем. Разбили. Переводить на вторую фазу. Скоро притяжка будет. Должно успеть. Все, перевели на вторую фазу. Геру. Дайте Геру, смотрите за метками. Герамперск вышел. Женек, отойди. Скиньте сначала стаки, потом разбивайте. Иду меня. Даркис в центр. Все из центра вышли. Все из центра вышли, Женек. Сбросили стаки. Разбивайте. Ждем притяжку. Не разбивайте, сука. Ждем притяжку, сказали же вам, болен влево. Забираю. Слева сломайте. Вынеси влево. Да, она бакнулась, походу. Там человек вздохнет. Не, нихуя. Не-не-не-не-не-не, разбили Даркиса вовремя прям. Захил. Вот сегодня прохил. Мида, уйдите. Мида. В центр. Войд, подними Даркиса.
Медведоёж, поднимешь Луциня. Подведу её. Быстро разбили. Медведоёж налево. На 4 килах. Все из центра, все из центра, все из центра, Мишка. Тяжко. Бросили в стаке. Там, по-моему, сова баха. Разбили. Нет, 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 нет. Сейчас притяжка будет. Меняю. Вынеси Локи, пожалуйста, быстрее. А сейчас притяжка будет, ребят. Добейте 2 миллиона уже. Да не бейте глыбу, бейте босса. Вот. Глыбу зря выносите. Отказываемся от лута. Все отказывайтесь от лута, не дай бог кто-нибудь отсюда. А ты поменяй утера и себе заберешь сразу. Я не утер. Утера поставь просто и забери это все. Оставишь ответственный и плохо кто-то надо. Блин, гоните освобожденку с этого пула. Да так же. Поднимите меня. Просто, отец, ты понимаешь, что, ты за три пула заработал 750 гп? Я хуй знает, я стою сбоку, и оно бьет. Я не хуй его знает, ты три пула подряд ебашишь рыб. Начисляй. Это корень проблемы, ты это понимаешь или нет? Каким образом я мог, если я стоял сбоку и не в рейде? Как оно проходило по рейду, я не понял. Ну, наверное, по всему рейду, да, не в рейде. Ты если кастовал, оно все равно достает, хоть ты сбоку, хоть ты на втором этаже, понимаешь? Понял. Потому что ты сбоку, другие люди тоже сбоку порой выходят. Вы что, валик не видите, что ли, или что? Там на 700, а зачем вы бежите, там же провод. Чем валик?